Я пошла. Береги амулет. Угодили в молочный пудинг. Слышишь, кто-то поет. Да ну, все тихо, спокойно. Как в библиотеке? Нет-нет, это колыбельная. Только очень грустная. В срочном порядке известить Министерство иностранных дел. Не, ну водитель. Dinlarından Vakay Güneş. О, прелестнейшая из женщин, несравненная Айлисия. Ne kadar güneş. Aydınlarından güneş, dayın başı sen günü ufuklar açıyor. Знай, что как лучи солнца озаряют вершину горы Штубкаль, так однажды в сердце человека приходит мудрейшее из откровений. Dinim çok sevdir. Muhammed Rama. Kırdınlanın güzel ve mükemmel kadını bulat alma. Kadar hayır vermedi dedi Cevah Hanas. Во сне явился ко мне, к нему, мой досточтимый предок Рашид Мухаммед, да славится имя его, и поведал, что не буду я благословен, пока сердце мое, тело мое и душа моя не соединятся с достойнейшей из достойных и прекраснейшей из прекрасных, и повелел немедленно минуты отправиться в путь, дабы найти госпожу Алисию Чудила, мудрейшую хранительницу книг. Мен мелеге, китапларын мухафазыны болмак ичин мене эмрети, хам ютуну цутикене гурдан стадида. И поцеловал я край одежды его и поклялся, что не успокоюсь, пока не возведу на престол яснолицую госпожу, любовь которой воспылала в моем сердце в ту же минуту тысячей костров. Кстати, экономическое состояние нашей страны позволит вам ни в чем себе не отказывать. Вы мне очень нравитесь. И апельсины я очень люблю. Только боюсь, я вынуждена вам отказать. Ай-яй-яй! Молчите, прошу вас, у
умоляю, во имя 13-й зарплаты, только молчите! Мама... Ты хотела видеть маму. Я бы тоже хотел ее видеть. Вы Мортис? Да. Убью? Зачем? Ты такая же нелогичная, как твоя мать. Но ведь вы меня не отпустите. Отпущу. Даже помогу. Укажу путь. Ты ведь ищешь книгу? Вот как мы поступим. Ты найдешь ее, принесешь ее мне, и мы вместе ее откроем. Договорились? Боюсь, я вынуждена вам отказать. Боюсь, тебе не будет выбора. Не нужно никаких обещаний. Ты сама ко мне вернешься? Нет. Да. Потому что если ты только попробуешь меня обмануть или решишь вернуться в свой мир, эта маленькая штучка будет расти до тех пор, пока не пронзит тебе сердце. Я ее выброшу. Что ж, рискни. Надо еще отыскать эту треклятую книгу, чтобы я стал властелином обоих миров. Так что Витримус, вперед, шелкопрядом! Чаечку, ваше величество. Теперь можно пить чай, хоть до пятницы. Сегодня среда. Не может быть. А куда же делся вторник? Лешо самускин лицо.
У нас в Марокко есть поговорка. Кто убивает время, тот рубит себе голову. Али Хасан в знак своего расположения просит вручить вам вот эти часы, дабы ваша жизнь никогда не отставала от времени. Прошу заметить, не бьются, не горят. Абсолютно водонепроницаемые. Да. Что вы на меня так смотрите? У вас уши. Ну а что? Они заячьи. Заячьи? Заячьи, заячьи. Кучный огорок. Огорок. Неправда. Нет у меня никаких ушей. И меня нет. Ничего. Так. Пустое место. Безобразие. Я буду жаловаться на надлежащие инстанции. Если директоров превращают в кроликов, то пускай кролики занимаются ремонтом библиотек. Хочешь пить? Ты хотел украсть мою флягу. Ну ладно, выпей глоточек. И не вздумай, иначе никогда не дойдем до горы. Пить. Мы и так не дойдем. Ты какая? Нечестно!
Повелитель подземных вод, благодарен тебе. Ты помогла избавиться от заклятия тому, кто всегда хранил эти земли от палящего солнца. Нет-нет, это вы спасли меня. Я бы совсем уже пропала в этой пустыне. Не спорь. Доброта — великий дар, разрушающий темные силы. В моем саду вырастет золотой дуб. Сорви его ветку, она поможет тебе, когда попадешь к шелкопрядам. А какие они, эти шелкопряды? Ой, смотри, фокус-покус! В жизни не была в такой дурацкой ситуации. Поймите, уважаемая, никто, конечно, не вынуждает вас вступать в брак против воли. Но ведь есть же и другие способы добиться желаемого результата, не создавая конфликтных ситуаций. Вы что, предлагаете его обмануть? Я не могу. Ну, зачем же так радикально? Можно, например, найти причину, по которой положительное решение этого вопроса отодвинется на неопределенный срок. Южный темперамент, поверьте, явление специфическое. Будет вынужден покончить с собой, дабы исполнить клятву данную предку. Если не будет другого способа, то... Машка, Черемис, Юксар, Йодедер, Задедер. Он замещает престол госпожи Чудила даже ценой собственной жизни. Булма! Я согласна! Скажите мне... Я буду говорить с королем! Так это ли ты помешать? Да! Ахте! Это все? И где же шелкопряды? Так что, все напрасно? Без паники! Во всем нужно искать что-то хорошее. Зато вниз мы спустимся гораздо быстрее. Назад? Как я вернусь без книги? Я не могу! Что это? Ну и ну! А тебя лучше не злить! Рядом. Ты уверена? Больше похоже на драконье логово.
Хорошо. Хорошо, я его возьму. Я возьму его, если вы сделаете для меня и моей дочери, и нашей библиотеки небольшой предсвадебный подарок. Понимаете ли, я как истинный книголюб до сих пор не могу смириться с тем, что Великая Александрийская библиотека утрачена безвозвратно. Так вот, с утраты этого величайшего из чудес света человечество утратило часть своей великой истории. В общем, если бы вы могли ее разыскать и... В общем... Позовите переводчика! Не надо! Не надо переводчика. Я знаю много языков. И эти слова не должны коснуться чужих ушей. Прощайте, королева. Я вернусь, чтобы стать хорошим отцом вашей дочери. И получу Александрийскую библиотеку к вашим ногам. Международный скандал. Алиса? Алиса, пора просыпаться. Просыпайся, Алиса, просыпайся. Госпожа! Но как? Желание исполнилось? Исполнилось. Там за дверью охрана ждет своего пропавшего короля. Я уже даже боюсь себе представить, что будет дальше. А чем вам не глянулся такой жених? Король. Красавец. В теннис, говорят, неплохо играет. Я не могу стать королевой.
Ну, надо же. Какой трудный случай. А он что? Ничего. Ай-яй-яй-яй-яй. Крепкий орешек. Но это же главный повод. Взять волшебный орех. Всего-то и нужно, что прикоснуться к нему и сказать «Гра-ка-тук». Ну? Ну? Ну, так как насчет ключика, госпожа? Я как-нибудь сама с этим справлюсь. Да нет у меня того, что тебе нужно, Клаус. Нет. Характер, кремень. Скажите, а вы случайно не из гномов? Мое почтение, госпожа. Спасибо тебе, благородная принцесса, за великий дар племени шелкопрядов. Многие годы в темноте и забвении мы вышивали имена в книге теней. Ты освободила нас от страшного заклятия. И теперь эта книга твоя. Но где же она? Мы спрятали ее в таинственнейшем из миров, где темные силы никогда бы не вздумали ее искать.
тебе нет нужды возвращаться прежним путем. Архив, 17-й стеллаж, 48-е место. Так что, книга была у меня прямо в руках? Не может быть. Ой! Ай! Мортис не пустит меня в мой мир. Может, кто-нибудь из вас возьмет книгу? Ты хочешь отдать книгу Мортису? Однажды он уже побывал здесь. Что толкает тебя к этому темному человеку? Если я не отдам книгу Мортису, эта булавка пронзит мне сердце. Шелковичка, девочка моя. Дедушка! Внученька! А теперь поспеши, принцесса. Волшебный проход скоро закроется. Что же мне с тобой делать? Отдай его мне. Я буду его любить. Береги свою новую хозяйку. Надеюсь, на тебя можно положиться. Все-таки ты из королевской семьи. Смотри, не давай ему вырасти. Но будет весело, правда? Чу-чу-чу, я лечу, закачу, засекачу, закачу, расшикачу. Ну, поймай меня, поймай меня, поймай.
Все. Все. Мама. Ой, 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 Веронечка, это ты? Ой, как ты меня напугала. Алисочка, спрячь, пожалуйста, эту книгу. Она очень, очень ценная. А что это за книжка такая? Я пойду. Мне нужно кое-что сказать Геннадию Ивановичу. А, ну да, он что, еще здесь? Ну так ты его зови на чай. А? Вероника? Вероника? Геннадий Иванович! Я вернулась! Я нашла книгу! Геннадий Иванович! Геннадий Иванович! Я вернулась! Я нашла книгу! Рыжик! Геннадий Иванович! Остановитесь, принцесса! Принцесса! Рыжик? Рыжик? Принцесса? 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 Рыжик? Принцесса? Принцесса? Рыжик? Кого я вижу? Я и не ожидал, что маленькая пешка из рода Себастьяна окажется столь прыткой, что рискнет обвести вокруг пальца меня. Рыжик, Рыжик. Принцесса. Ну что ж ты остановился? Кто, по-твоему, из моих верных отражений твой друг? Кому ты доверишь свою книжонку? Библ! Я знаю, ты меня слышишь! И знаю, что есть способ помочь нашей царственной крошке! Только ты, а не мои фантомы, способны отразиться в этом зеркале. Да вот беда. Ты понимаешь, чем все это закончится? Ты исчезнешь, как все. Кого не уберегла твоя магия. Но ты же готов рискнуть ради нашей малютки? Нет? Однако ты ставишь ребенка перед сложным выбором. Ты так и не понял, что такое любовь. Геннадий Иванович. Нет. Нет! Не так быстро, дорогая. Нам еще предстоит с тобой долгий, серьезный разговор. Ты хочешь спасти своего друга? Это не так сложно. Просто отдай мне свой амулет, и у тебя появится шанс. Принцесса, не надо! Не совершайте непоправимого! Не отдавайте Мортису ключа! Гном, держи серебро.
Здрасте, Вадим Выковрич. Здрасте, здрасте. Не торопитесь, принцесса. Мамочка. Мамочка. Которая? Та или эта? Кого ты решишь спасти? Почему спасти? Думаешь, это безобидный сорняк? Пока да. Но лишь до тех пор, пока не отведает человеческой крови. Угадай, что это? Любовь королевы. В этом рубине капли крови королевы Моны. Стоит ей упасть на побег, и эту тварь уже ничем не остановишь. Не отдашь мне книгу и медальон, эта бумажная гусеница погибнет. Выберешь ее, навсегда распрощаешься со своей коронованной мамашей. Поторопись! Thank you.
наконец-то. Я войду в ваши сны. Я сотру ваши вздорные надежды и воспоминания. Весь мир будет играть по моим правилам. Даже она. Да здравствует Мортис. Король теней и отражений. Да провались ты. Теперь простым ремонтом не обойдешься. Тут капитальный нужен. Мамусик, ну что мы наделали? Ничего, Рыжик. Все обойдется. Такая страна. Пропала навсегда. И Геннадий Иванович вместе с ней. Как это с Геннадием Ивановичем? А это что? Все из-за этой книги? Так, одну секундочку. Я тут подумала, то, что написано в этой книге, может пригодиться для нашего архива. Ну-ка, пойди посмотри. А? Ого. Ну что? Мама, ты что, ее отсканировала? А, ну да. А это поможет? Ну как ты ее открыла? Ключ ведь пропал. Знаешь ли, когда тебе принес аист, я подумала, что амулет очень ценный, и заказала недорогую копию. Я думала, ты поносишь его лет до 16, а потом настоящий. Так он всегда был здесь? А разгадку Клаус подсказал. Барышни решили отдохнуть. Геннадий Иванович, это вы? А как же... Какая интересная книга. А ведь я был прав. Очень редкое издание. Возможно, единственный в мире экземпляр. Возьми. Можешь ее почитать. Вам помочь? Ой, давайте. Я сейчас. Спасибо. Алиса Витальевна, а что вы делаете сегодня вечером? Просто у меня совершенно случайно оказалось 2 билета в кино. Да. Кстати, вы любите сказки? Сказки?
слыхали? Али Хасан все-таки нашел Александрийскую библиотеку. Уж в ней-то наверняка быстро сделают капитальный ремонт. Расскажи подругам мандолина, как в страну чужих морей и звезд, с волосами цвета апельсина, а из дочку женщине принес. Средь высоких зданий исполинов, позабыв минувшее сполна, с волосами цвета апельсина, девочка не знает, кто она. Не бывает целой половина, может быть, подскажет кто-нибудь, как с кудрями цвета апельсина нам принцессу юную вернуть. Пусть придет герой дорогой длинной, девочку обратно позовет. Ведь страна чудес и апельсина без нее навеки пропадет. Нет, не бывает целой половина, может быть, подскажет кто-нибудь, как с кудрями цвета апельсина нам принцессу юную вернуть. Не бывает целой половина, может быть, подскажет кто-нибудь, как с кудрями цвета апельсина нам принцессу юную вернуть. Теперь можно пить чай, хоть до пятницы. Лещо самускин лечуп. Некхадар гюнеш. Айдин ларендан гюнеш, дайин баши сан гюнюх кварачио. Ты мимчок саледир, Мухаммад Рамма. Kırdınlanın güzel dönü kemel, kadını bulat alma, kadar hayır vermedi dedi Selah Hanas. Вы мне очень нравитесь. И апельсин я очень люблю. Госпожа Лися, еще не совсем пришла после себя. После падения ей нужно восстановить силы. Три скважины, два прыска. Собственный! Машка, черемис. Юксар. Йодедер. Загадер.